Здравствуйте. Хотели пропустить запись этой передачи, да вот не получается. Слишком много хороших новостей. Начнем с экономики. В Европе прилетела первая ласточка. А точнее, премьер Венгрии Виктор Орбан, который объявил чрезвычайное положение из-за экономического кризиса. Представляется, что так будет с каждым. Ну, то есть, с каждым недружественным государством Евросоюза, Соединенными Штатами и так далее. Но в Багдаде, то есть в России, все спокойно. Только одна Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Совета Федерации, вещает о великих возможностях, открывающихся для российских предпринимателей в части импортозамещения. Не будем расстраивать заслуженную деятельницу советского комсомола рассказами о том, что при нынешней ставке рефинансирования и при ставке НДС запустить какое-то производство в России практически нереально. Просто тихо порадуемся, что есть отдельные сектора или направления, где можно обойтись без импортных комплектующих. Ну, вот, например, производство кефира, которое делается на натуральной закваске. Но если серьезно, вчера Государственная Дума наконец приняла в первом чтении долгожданный законопроект о внешнем управлении активами сбежавших компаний. При этом мы так и не дождались от правительства списка недружественных компаний из недружественных стран, которым Россия не может продавать сырье. Напомним, этот список правительство должно было представить к 14 мая. Видимо, наши чиновники считают прибыли, ну, в том числе упущенные. Кстати, считают не только в правительстве. Вот спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сосчитал, что из 40 миллиардов американской помощи Украине до потребителя дойдет не более 15%. Все остальное распилят либо в самих Штатах, либо где-то по дороге. А источники издания «Ридовка» посчитали, что российские вооруженные силы выбили из строя, так или иначе, от 40 до 60% профессиональных военных ВСУ. То есть, предположив, что сейчас нам придется иметь дело в основном с так называемой территориальной обороной. Так что, видимо, не случайно Зеленский просит польского президента Дуду ввести на Украину польские войска. Вообще на Украине, конечно, сплошная зрада. Буквально вчера сеть облетела эпическое видео, на котором бывший посол США в России Миша Макфол, а ныне лоббист Украины, честно признается американским журналистам, что американские политики целый год врали Украине о том, что собираются принять ее в НАТО. Не менее комично выглядят и потуги других сателлитов Соединенных Штатов. Вот тут на днях в Вильнюсе собрался слет беглой российской демшизы и беглых олигархов, которые договорились до того, чтобы выдавать некий QR-код или аусвайс бывшего русского, ну, хотя тут русский можно применить только условно к этим гражданам, свидетельствующий о том, что они не поддерживают путинскую Россию, спецоперацию на Украине, и что они приверженцы настоящих ЛГБТ-ценностей. Эти деятели, ну, видимо, надеются, что западные разведки используют их для того, чтобы формировать какие-то правительства в изгнании и что-нибудь еще подобное. Но на самом деле нет худ без добра. Представляется, что такой QR-код вполне можно было бы выдать не только сбежавшим, но и остающимся в России деятелям, как культурным, так и политическим, так и представителям медийной тусовки. Например, партнер московского правительства Тёма Лебедев или какой-нибудь директор Первого канала Константин Эрнст вполне заслуженно могли бы получить такой аусвайс. К сожалению, потенциальных получателей подобного рода документов в России остается очень много, в ее правящей верхушке. И они, в отличие от сбежавших, гораздо опаснее, потому что они здесь на задаче. И эти задачи, конечно, служат вовсе не России. Среди таких задач из свеженького можно вспомнить инициативу создать некую универсальную базу данных всех российских детей, ну, новую нефть. Кстати, у нас уже было нечто подобное несколько лет назад. Тогда был законопроект о контингенте, который благополучно был остановлен президентом, наложившим на него вето. Симптоматично, что все эти инициативы появляются на фоне вчерашнего решения Государственной Думы,
принять в первом чтении законопроект об усилении ответственности за принуждение покупателей к передаче своих персональных данных. Ну, кстати, что касается детей, тоже можно отметить среди хороших новостей, что начало переобуваться в воздухе Миноборнауки. Глава этого ведомства господин Фальков не далее, чем вчера, заявил о том, что Россия готова выйти из Болонского процесса. Кстати, именно об этом недавно говорил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. И тогда же, в этой же речи, он заявил о том, что Россия намерена выйти из ВОЗ. Вот, на наш взгляд, очень важно осуществить эти намерения в самое ближайшее время. Ну, а что касается образования и вот этого навязанного нам цифросектантства, то мы с вами об этом подробно поговорим на большом родительском форуме, который состоится 1 июня в гостинице «Измайлова». На наших ресурсах есть анонс этого мероприятия. Ну и, наконец, главное событие вчерашнего дня. Государственная Дума наконец-то приняла в первом чтении многострадальный законопроект об ограничении так называемого суррогатного материнства. Это, конечно, урезанный вариант первоначального законопроекта. И речь там идет о запрете суррогатного материнства для иностранцев. То есть Россия, после того, как этот законопроект будет принят и вступит в силу, перестанет быть столицей так называемого репродуктивного туризма. Это очень важная инициатива, потому что следом за ней пойдут другие. О запрете пропаганды гомосексуализма, о ограничении абортов, в частности, выведении их из ОМС и так далее, и так далее. И это на самом деле не менее существенная победа, чем какие-то заявления чиновников в сфере экономики или в сфере образования. Потому что мы знаем, что именно вот это педофильское, педерастическое лобби, засевшее на всех этажах власти, как на Западе, так, к сожалению, и в России, оно действительно очень сильно. И до сих пор Россия платила дань своими детьми. Именно поэтому у нас внедрялись ювенальные методички. Именно поэтому вся эта публика очень хорошо себя чувствовала в средствах массовой информации и так далее. Поэтому это, конечно, очень важное событие. И вся вот эта публика, которая сейчас сбежала или которая еще предстоит сбежать, уже вздрогнула. Надеемся, что вот эти правильные инициативы, направленные на защиту традиционной нравственности, нормальной семьи, они будут реализованы в самом ближайшем будущем. И тогда вот этой новой элите, как она себя называет, будет просто нечего делать в России. А мы как-нибудь переживем без них. Оставайтесь с нами.